Уступи место. В Саратове сотрудники ГИБДД решили выяснить, как соблюдаются права водителей с инвалидностью и почему их теснят на стоянке обычные автовладельцы. Подробности в нашем репортаже. Парковка возле супермаркета «Лента» – 4 часа дня. Все места под особым знаком заняты обычными машинами. Не успевает уехать одна, приезжает другая. Определить парковку для инвалидов можно и по разметке. Но здесь за зиму она стала едва заметной. Поэтому главный ориентир – знак. Вы на знаки смотрите, когда паркуетесь? Вот это что за знак стоит? Составили уже несколько материалов по данному нарушению. Вот. Водитель поясняет то, что... Ну, не по невнимательности. Да, я въезжал, не видел знак. Я вот оттуда подъезжал, а знак стоит отсюда. Я встал туда, на ту стоянку. Вот. Ну, подумал, там нарисовано, что там знак для инвалидов. И переехал сюда, вот и все. А оказывается, и здесь для инвалидов. Штраф за стоянку под особым знаком от 3 до 5 тысяч рублей. Операция «Парковка для инвалидов» в Саратове проходит возле самых крупных торговых комплексов и рынков – в центре и на окраине. По закону, места для парковки инвалидам предоставляются бесплатно. Они должны занимать не менее 10% всей парковочной площадки. И другие автомобилисты не имеют права их занимать. Представители супермаркета «Лента» уверяют, что отдали инвалидам 20% всей стоянки и собираются добавить еще. У нас парковка обновилась, увеличилась. Вот, соответственно, будет в этой весной увеличиваться объем парковочных мест для инвалидов. Больше будет. Оставлять машину на особой парковке имеют право граждане с первой и второй группами инвалидности. На машине также должен быть знак, что за рулем человек с ограниченными возможностями. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.